И вот так вот получилось, что в это заведение я не обращался. Дело в том, что скоро пройдет уже год после того, как у меня в голове была диагностирована раковая опухоль. Вот, с ней справились. И только благодаря этому, что человек сделал мне хорошую операцию, я не стал подавать на него в суд. Хотя бы подал, если что. Потому как есть другие вещи, и они не очень мне нравятся, поверьте мне. Мало того, отсюда вот у нас похоронили уже троих моих учителей, точнее двоих. Там еще были другие вещи, которые просто теряются здесь из виду. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть я-то знаю, где лечиться, и я вам это дело показываю. Естественно, это дело я трачу очень большие деньги. Но не сильно большие, если бы это было бы сделано здесь. Потому что то, что я там тарюсь, это всего 2400 долларов. Ну, плюс поездки, плюс все дела, там, перелеты и все остальное. Это бы в этой стране потратил бы я на это дело 1,5 миллиона рублей. И тогда бы не на машине вы меня видели, а в гольном одеянии. И, наверное, все дело бы и закончилось. Естественным образом я буду лечиться там, за бугром. Чего я вам делать советую. А как меня найти-то совсем просто. Я всегда говорил, что все свои сюжеты я размещаю на YouTube. Поиск очень простой. YouTube, и вписываете Челейкин или Челейкин по-английскому. Тыкаете там, где я появляюсь, и смотрите все то, что я вам показал. Это 1500 сюжетов за последние 3 года. Согласитесь, немало, правильно? И в конце я бы большое... слова передал благодарности своим людям, которые мне действительно помогают. Это Инна и магазин под названием Орион. Вы его видели, я его буду показывать, как показывал. Вот. Потом мне денежки дал мэр нашего города, 100 тысяч рублей, и это очень хорошо. Виктор Филиппович Рашников дал мне тоже деньги. Сергей Курносов тоже дал деньги. Еще люди дали деньги. Это... все здорово, но они уже закончились. А мне надо вас радовать, потому что 2 месяца меня не было, представляете, да? А тут все упало. И недвижимость упала, и продажи, и все остальное. Только 6 месяцев спустя, после того, как я показал всю свою возможность, чуть-чуть немножко дело-то пошло. Так что, ребятки, если вы хотите, чтобы я вас радовал, и в дальнейшем, у меня к вам очень большая просьба, сделайте, пожалуйста, вот жена моя есть, Тимофеева Светлана, я ей сейчас адресочек покажу, да, денежки, если что, передайте ей, пожалуйста. Вот. И так мы будем с вами в долгом времени и в большом здравии. Потому что, извините, с моей 4-й степенью, без химии турецкого производства, а также Китая и Индии, мне не бы жить.